В Якутске пройдет первый этап чемпионата России по волейболу сидя. Соревнование стартует 1 июня во Дворце спорта «50 лет Победы» и продлится 4 дня. Свои напутственные слова и пожелания удачи в играх участникам сборных республики сегодня выразили представители Минспорта республики, а заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев вручил экипировку командам. Всего на площадку выйдут 6 команд, помимо двух сборных Якутии. Это спортсмены из Омской, Свердловской, Московской областей и города Санкт-Петербурга. На сегодня все организационные моменты решены, и Якутск готов к проведению турнира. Четыре команды регионов России – это Омск, Свердловск, паралимпийская команда, Санкт-Петербург, Московская область, самая большая команда из 12 человек, и также две наших сборных команды Республики Саха-Якутия. Ребята, вот учебно-тренировочные сборы только закончились, и будут выступать наши сборные команды в составе 18 человек. И наши тренера готовили в течение два этапа учебно-тренировочных сбора было. И сейчас уже готовы к игре.